Приветствую вас и с радостью попробую вам помочь. Главное, чтобы вы хотели действительно разобраться в своей проблеме. Главное, чтобы вы в своем рассказе о себе обязательно упомянули такие моменты, как начало этого состояния, которое у вас наблюдается. В чем именно оно мешает вам жить и почему. А также чтобы указали именно конкретно ваши все переживания. То есть для специалиста важно, чтобы информация была именно о том, что ему нужно для решения вашей проблемы. К сожалению, должен заметить, что рассказ о себе – это не совсем то, что поможет в данном случае, потому что в рассказе вы говорите то, что кажется важным вам, в действительности, что важно определяет вам специалист. Если вы почитаете мой профиль, если вам понравится, как я работаю, обращайтесь в личку, помогу. Желаю вам всего доброго и удачи.